интернете я бесплатно ассасин хип-хоп. Включаю трек мозга на ютубе. И что-то девочка мудрая сказала такая: оп, ну просто услышь, Сэм, послушай, и вдруг стой. Знакомый голос, как зигрянка за кустом. Стой, девочка, что ты сказала, японочка? Японочка, девочка нарисована на фоне природы, на фоне зеленого дракончика. Йоу, Монтезума Альто, йоу. Японочка на фоне зеленого дракончика, йоу, Монтезума Альто. Вдруг я вспомнил, в Японии в грязной хижине, где даже дождь и грязи, которая часть крыши, сидел я и выживал, из раны стекала кровь моя, севшись дождем. В общем, умирать, берели меня раненого, не так убивать в этом доме. В общем, я так себя чувствую предсмертно 4 минутки, когда лаосу плачусь со всем бессмертной прихрюдки. Сорвел 4 кота, слышу хоть с нервами сожранными, что японки лао я нашли стать моими женами. Объясним совсем не громко, кто убил лао палача, должен отработать в виде хиллера врача. Это еще умозрительно имеет особый смысл. Ты убил себе палача, а кем ты был? Убил палача, ты лао есть и был. Не надо только снимать фильм, Kill Bill. А почему тебе прийти со смертельной раны? Раны заживали на мне, хоть это было немного странно. Но что-то было и злое, слишком в том, о чем не говорю я. Прекрасный секс с тремя женщинами, рождение детей. Что-то лучше явно в израненной жизни моей. Только что, будучи, видимо, потеряв голову, которую хиллеры носили шеи. А куда ту дельта? Ну ладно, путешествовал, типа там, путешествовали мой дух куда-то. Когда рядом с головой взорвалась салатская граната. Девочка молодая, императрица, лежала на острых кустах. Зеленых ящиков сложили возле торчащего земли меча. Я через дождь куда-то 2 часа в вертальном шлеме бежал под дождем. Вернулся туда в эту хату. Да ладно, пока шлем, ладно. Мы потом себе его вернем. Искал в интернете, весьма одна совсем хип-хоп. Включаю трек и пост на ютубе. И что-то девочка молодая сказала, японочка такая: хоп. Ну просто сэмпл, слышим, да, послушай. Вы говорю, стой. Знакомый голос какой-то, да-да, как тигренок за кустом, да. Стой, девочка, маяночка, что ты сказала, японочка? Японочка, девочка, нарисован на фоне природы, на фоне зеленого дракончика. Яночка, японочка, девочка, моя нарисован на фоне зеленого дракончика. Объясним совсем не громко, что кто убил главу палача, должен отработать в виде хиллера врача. Это еще умозрительно имеет особый смысл. Ты убил себе палача, а кем ты был? Убил палача, который взяли лао-лао, ты и есть и был. А почему тебе сюда смертельные раны принесли? Раны заживали мне, хотя бы мне бы странно. В общем, голова взорвалась, это я и не был, я и был. Искал в интернете я бесплатно ассасин хип-хоп. Включаю трек японский на ютубе, и вдруг что-то девочка молодая сказала такой японский хоп. Ну просто услышал сэмпл, да, такой типа сэмпл, еще послушай. И вдруг стой, знакомый голос, как тигренок за кустов. Стой, девочка, что ты сказала, японочки, он тебе зуб, да? Японочка, девочка нарисована на фоне природы. Так и лежала на фоне, конечно, стала на фоне зеленого дракона. Японочка, девочка нарисована на фоне природы, на фоне зеленых дракончиков. И вдруг я вспомнил, в Японии в грязных хижинах, где даже дождь из грязи, который течет с крыши, сидел я и выживал, и из раны стекала кровь моя, слившись с дождем. В общем, умирать привели меня раненую, так отбывать в этот дом. Максим Мальтон.